Так, начинаем смотреть работу качественных пушек. Давай, Ола, включай. Смотрите, куда он вываливает. На соседский участок. А это маленький, от шланга всего трехчетвертного. Он здесь под собой все разбрызгивает. Разбрызгивает на теплицу, на соседский забор. А с другой стороны маленьким поливает. То есть он у меня поливает все две сотки за раз. Все. Олу полил. Олу полил. Вот он как работает, смотрите. И вот этот реально работает. Как мне сказали поставщики, говорят, вот что хочешь, говори, а эти, говорит, прям реально работают. А этот, который поменьше, вот он вообще от трехчетвертного шланга работает на все 33%. 133% он быстро, смотрите, как брызгает. Вот этот вот от шланга работает вообще идеально, смотрите. А вот этому давления не хватает. Ему нужно расход больше. А вот этот прямо все шикарно. Вот он у меня здесь прописался. Я еще одну штуку такую заказываю. Ставлю вот сюда на огород, и он там все поливает. Все, смотрите, шикардос вообще. Вот он работает на тот же самый объем, только он более качественно раскидывает.